Смирно! Спасибо, командир Мейсон. Взгляните на этого красавца. Тянь Чжао по кличке Председатель, лидер китайских военных и командующий войсками коалиции сил самообороны. Этот засранец действует жестко, даже с китайским правительством. Они контролируют его не больше, чем мы. Эта кошка гуляет сама по себе. Председатель Чжао выкручивает России яйца по полной. Командир. Если Россия сломается и примкнет к силам самообороны, это будет крупнейшая армия на планете. Именно этого и добивается Менендес. Натравливает сверхдержавы друг на друга. Сейчас и Иран, и Индия под угрозой. Силы самообороны делают ход, и Аксо надо вмешаться. Первый удар застал нас врасплох и повредил нашу основную систему обороны. Мы сдержали натиск, но наш полк практически истреблен. Долго мы не продержимся. Это силы самообороны, командир? На нас напали дроны из земли и из воздуха. БПР «Спектр» играет ключевую роль в защите северной границы Индии. Для быстрого реагирования придется отправлять десант. Главная задача противника — уничтожить сеть обороны, нейтрализовав генераторы и спутниковые установки. Если ему это удастся, мы не сможем помешать врагу проникнуть в центр управления. Если это произойдет, БПР «Спектр» падет, и путь в Индию будет открыт. Камеры нашли, ими сигнал хороший. Всем ждать приказа. Ладно, только проведу пару системных проверок и тестов. Давайте убедимся, что все работает, прежде чем приступать к делу. Проверка работоспособности управления Клау. Ждите. Установлено прямое управление Клау. Двигаемся дальше. Вроде все нормально. Проверим еще сигнал с камер пехоты. Связь с камерой на шлеме установлена. Ретрансляция пехотного интерфейса подтверждена. Еще проверю работоспособность камеры турели. Управление турелью установлено. Оружейные системы включены. Проверка спутникового сигнала. Переключение на тактическую карту. Проведем пару тестов передвижения. Подтверждаю, Клау переходит к указанному пункту. Двигаемся дальше. Есть. Ладно, проведем пару простых пехотных маневров. Пункт указан, выдвигаемся.
Отлично. Отряды обыскивают территорию. Двигаемся дальше. Переходим к указанному пункту. Двигаемся дальше. Пехота под прямым управлением. Пункт указан, выдвигаемся. Переход Клау на позицию. Переходим к указанному пункту. Пехота направляется к отметке. Клау переходит к указанной позиции. Пехота направляется к отметке. Пехота направляется к отметке. Прекрасно. Еще раз проверим сигнал с камеры пехоты. Подтверждено. Сигнал отличный. Так, сбросим тестовый дрон в зону операции. Дальней стрельбы. И еще раз проверю тактический вид. Выбранный отряд, ждите цель. Клау переходит к указанному пункту. В атаку. Открыть огонь по АСД. Всем перейти в атаку. Клау переходит на позицию.
Двигаемся дальше. Подтверждаю. Смена позиции. Еще раз проверим пехотные маневры на всякий случай. Прямое командование пехотой. Перейти к отметке. Переходим к указанному пункту. Неплохо. И последний раз. Все вместе. Всем переместиться на позицию. Так, вроде все в порядке. Молодцы. Как только все отряды приземлятся, установите защитный периметр. Вражеский транспорт прибудет через одну минуту. Все войска на земле. Установка периметра. Защитные двери функционируют благодаря антенне, трансформатору и градирне. Если обе позиции падут, противник получит доступ к центральному серверу. Клау переходит на позицию. Подтверждаю, Клау переходит к указанному пункту. Ведем огонь по вражеской пехоте. Яблочко. Враг атакует спутниковую антенну. У нас тут раненый. Тут человек, кровью истекает. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Готов. АСД противник уничтожен. Яблочко. Для атаки пехоты. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Угроза ликвидирована. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Градирня под обстрелом. Защитите ее. Ему конец. Враг атакует спутниковую антенну. У нас тут раненый. Яблочко! Враг атакует спутниковую антенну! Враг уничтожен! Открываем огонь по вражеской пехоте! Внимание! Градирня под обстрелом! Противник пытается уничтожить спутниковую антенну! Вражеские войска атакуют спутниковую антенну! Открываем огонь по вражеским бригадам! Открываем огонь по вражеским бригадам! Береги раненый! Вражеские войска атакуют спутниковую антенну! Подтверждаю! Вражеский флаг спит! Сигнал потерян! Переключение на пехоту! Градирня под угрозой! Защитите ее! Вражеские войска атакуют спутниковую антенну! Необходимо отвлечь внимание противника от трансформатора! Вражеский клад нейтрализован. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Противник под обстрелом. Защитите ее. Необходимо отвлечь внимание противника от трансформатора. Открываем огонь по вражеским АСД. Огонь по вражеским клау. АСД против.
уничтожен! Готов! Градирня под угрозой! Защитите ее! Открываем огонь по вражеской пехоте! Ему конец! Ведем огонь по вражеской пехоте! Есть попадание! Орел ранен! Подтверждаю, новые войска наготове. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну! Враг атакует спутниковую антенну! Градирня под угрозой! Защитите ее! Градирня под обстрелом! Отразите атаку противника! Пункт указан! Выдвигаемся! Пехота под прямым управлением. Открываем огонь по вражеской пехоте. Градирня под угрозой. Защитите ее. Враг уничтожен. Тот человек кровью истекает. Угроза ликвидирована. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Градирня под обстрелом. Защитите ее. Открываем огонь по вражеской пехоте. Тут человек кровью истекает. Враг атакует спутниковую антенну. Градирня под обстрелом. Защитите ее. Ведем огонь по вражеской пехоте. Враг уничтожен. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Вражеский АСД уничтожен. Яблочко! Ведем огонь по вражеским квадам! Вражеский квад нейтрализован. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Подтверждаю, вражеский квад сбит. Ведем огонь по вражеской пехоте. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Градирня под обстрелом! Защитите ее! Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну! Квад противника сбит! Переходим на позицию для атаки пехоты! Угроза ликвидирована! Ведем огонь по вражеской пехоте! Открываем огонь по вражеской пехоте! Трансформатор базы под обстрелом! Ведем огонь по вражеской пехоте! Тут человек кровью истекает! Переходим на позицию для атаки пехоты! Враг атакует спутниковую антенну! Орел ранен! Градирня под обстрелом! Защитите ее! Открываем огонь по вражеской пехоте! Враг атакует спутниковую антенну! Вражеский клау ликвидирован! В яблочко! Турель уничтожена! Спутниковая антенна под угрозой! Одним АСД меньше! Ведем огонь по вражеской пехоте! Яблочко! Открываем огонь по вражеской пехоте! Градирня под угрозой! Защитите ее! Ему конец! Ведем огонь по вражеской пехоте под обстрелом. Защитите ее. Противник скоро уничтожит градирню. Вражеский АСД нейтрализован. Переходим на позицию для атаки пехоты.
войска атакуют спутниковую антенну. Открываем огонь по вражеской пехоте. Ведем огонь по вражеской пехоте. Угроза ликвидирована. Вражеский АСД нейтрализован. Противник под угрозой. Защитите ее. Есть попадание. Градирня под угрозой. Защитите ее. Есть попадание. Переходим на позицию для атаки пехоты. Угроза ликвидирована. Враг атакует трансформатор. Ему конец. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Подтверждаю, новые войска на готове. Градирня под обстрелом. Защитите ее. Укрепления развернуты. Орлы на позиции. Враг атакует спутниковую антенну. Необходимо отвлечь внимание противника от трансформатора. Градирня под обстрелом. У нас тут раненый. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Атакует спутник! Градирня под угрозой! Вот человек кровью истекает! Готов! Куда кто? Ему конец! Градирня под угрозой! Защитите ее! Враг атакует спутниковую антенну! В яблочко! Вражеский квад нейтрализован! Лау противника уничтожен! Есть попадание! Вот это зрелище мне по нраву. Твою мать, как по учебнику.